Спортивно-репетиционный корпус колледжа искусств строится с 2008 года. Долгое время не было возможности завершить строительство. Пару лет назад региональный Минстрой все же возобновил работы, выделив 29 миллионов рублей. Сегодня на объекте с проверкой побывал депутат Московской областной думы Александр Смирнов. Этот объект находится под контролем Московской областной думы, и деньги, которые сюда выделяются, это не муниципальные деньги, это региональные деньги. У нас в Химках находится 6 проектов, на которые мы выделяем региональные деньги. И каждый из этих проектов находится под особым контролем. Это основная причина моего сегодня визита на этот объект. Строительные работы на объекте сейчас временно приостановлены. Депутат отметил, о проблеме будет сообщено спикеру регионального парламента. По мнению Александра Смирнова, после вмешательства Мособлдумы все вопросы будут сняты с повестки и объект достроят.